степи, горы, моря и, конечно, люди. Московские и химкинские художники делятся своими впечатлениями о Крыме. В арт-галерее «Мост» открыли выставку художников-победителей всероссийского конкурса. Проводят его уже 3 года по инициативе художницы Натальи Баженовой. Художники, естественно, стараются отразить все самые тонкие моменты Крыма. Это и история, и, ну, естественно, пейзажи, какие-то знаковые вещи, там и степной Крым, и море, понятное дело, и, может быть, исторические, и легенды Крыма, люди Крыма. Выставка продлится до 9 июня. Экспозиция работает ежедневно, кроме понедельника, с часу дня до 7 часов вечера. Вход свободный.